Здравия, добра всем нашим, всем мертвым здравомыслием. Сегодня я хотел бы поговорить, высказать свою версию по поводу некоторых слов, которые в лексиконе называют матом. Если будет время, еще о производных поговорим. Но сначала о сути. То есть мат. Давайте посмотрим, что за слово такое. То есть это что? Творяша. Утвержденное для истока мысли. То есть исток мысли, который твердо высотворяется. Так ведь? Вроде бы ничего плохого, но почему-то куча копий об этом ломается и куча стрел пускается в те, кто применяет. Другое дело, что эти слова применяются в какой-то эмоции другой. Но сейчас все извращено, и поэтому поговорим об изначальном истоке. То есть изначально, даже в церковных славянских текстах, вы не найдете возвратного местоимения тебя и себя. Там будет сказано тя, такой буквицы у нас совсем нет, и ся, такой буквицы у нас нет. Я последняя буква в алфавите. Алфавит нам преподали большевики в 18-м году, и это вроде бы нам не родные буквы. Но сейчас пока не об этом суть. То есть нету главного, вот этого, которое само по себе звучит, если в аббревиатуре, а аббревиатуры у нас являются почти все слова, поскольку исконное значение идет и от харийской короны. У харийцев была корона, мы знаем, у дарийцев были траги, у молвицев была урасен, и буквица была святорус. В данном случае мы рассматриваем только буквицу пока. Это нам позволит все равно хоть с чем-то как-то немножко разобраться. Итак, вот это всех смущает. На самом деле ничего плохого, есть Бог. То есть если я скажу, есть Бог твоя мать, это будет просто нормально звучать. Но если я сокращу вот такой степени, я же не буду всем на улице объяснять, что это так по коруне, там я сократил или что, то это 15 суток на душу населения и принят соответствующий указ. Вот так вот у нас вводят заблуждение. Это для начала. С этим понятно. Другое слово. То есть, ну, здесь ходят разные варианты. То есть, такой буквы, как мы знаем, нету. И там есть вариации, что это там божественная лада или что. Я выскажу свою версию, поскольку она основана даже еще в церковно-славянских старых словарях. Блять по-русски значит болтун. Об этом вы могли услышать и у Калаврата, и где угодно. Те, кто хоть немного раз там листал эти словари старые, может вам это подтвердить. Сами откройте, посмотрите в конце концов, что, кто мешает. Так вот, такой буквицы не было. Чем же ее заменить в этом слове? У нас есть два варианта, да? Либо такой вариант, либо такой вариант. Вот. Так или иначе. Если мы такой вариант ставим, то это будет как божественный поток. И, в общем-то, блядь, и божественный поток, болтун и божественный, ну как-то нет. Ну вот эту вот буквицу можно поставить. Что это буквица? Это буквица Арь. Арь это и объем, он же и, если вы аналоги найдете, прочтете, любите разгадывать ребусы. Что общего между словами словарь и букварь? А также ларь можно. Словарь, букварь, слов, Арь, букв, Арь. Арь, грубо говоря, хранитель. То есть, если мы заменим вот так вот поставим, то будет данное деяние хранит люди, можно рассматривать как объем, тоже людской объем, и от Бога. То есть для того, чтобы много говорить, нужно много и хранить. Попробуйте болтать 2 часа. Если вам не о чем говорить, вы не сможете. Так я думаю, наверное, вот так будет правильно. С этим разобрались. Немножечко о производных. Если я напишу вот так вот, вот это мы сокращаем, пишем, да? И там дальше, там, различные окончания. А. То есть нашему истоку дано, нашему, если мы напишем обратно, на, все знают, то есть как бы дается от истока. Это понятно.
Это то же самое, но только здесь играет, возможно, играет значение уже инверсия. Если мы знаем, что у нас сначала, вот если кон есть, как буква О мы ее рассматриваем, она же как все наша. Если мы поставим здесь точку и выведем из нее, вот так вот пойдем далее от кона, то вот этим уже образуется новая буква. То есть это исток. Мысль, когда вы начинаете ее применять, она является что? Исток. То есть это как бы наш исток. И тут тоже все понятно. О других словах и их производных. Есть такое слово, которое пишут часто на заборах. Х, Y, и тут можно Z, а можно и так написать. Да? Божественный поток, который находится у гармонии. Есть варианты, что таким словом раньше называлась игла хвойная, то есть в ней заключен, поскольку наше дерево, в отличие там, от дуба, еще от лиственных деревьев, у нас еще и кедр, там, хвойные деревья. Это вы все тоже можете поискать в других источниках, не об этом речь. Мы сейчас поговорим о производных от этого слова. То есть какие же это производные? Вот говорят, некоторые, скажем так, которые себя считают очень интеллигентными людьми, или некоторых национальностей, там, не будем называть вслух какими, они говорят какой. Если о чем-то говорят, там, допустим, ну скажем, человек-художник, там, он может быть. Вот такой вот может быть. Он, видите, ен здесь. Ай, не уместился наш. Ну давайте помельче. Видно вот так вот? Здесь дали связь, вы знаете, и кратко. То есть можно написать и так, а можно написать и так, как чаще применяют на улице и в прочих местах. Можем даже вот так поставить. И здесь, если мы тетло поставим, но не цифровое тетло, ну, чтобы не пугать уже людей там, да? Какая же разница между этими словами? Помните сказку о балде? То есть балда. Балда. Кто такой балда? Когда дается исток деяний, ал – это наше все от Бога. То есть между обалденным и охуенным. В чем разница? В том, что обалденному дано все. Обалденным музыкантом, например, можно считать Моцарта, который в 6 лет смог на слух записывать шестиголосые хоры. Представляете? Да еще в полифонии, если это происходит, это довольно трудно, я вас уверяю. То есть нужно какие-то данные иметь. Ну, для начала хотя бы абсолютный слух. Но есть люди, которые трудятся, не имея особых данных, но за счет труда все получают. Тогда он какой? Охуенный музыкант, правильно? И так получается. Вроде бы смешно звучит, но на самом деле я ничего такого, как бы, крамольного, опять же, крамольного, обратите внимание, как извратили слово. Крамола. Когда я говорю кра, ара мы видим, это тоже исток речения, можно и так его понять. То есть любой исток. Свет светлячка, или термоядерная реакция, или вспышка новой звезды, рождение новой вселенной, это у нас все ра. А это любой свет, не обязательно солнце, как многие думают. Ну и кра-мола, или мола, как хотите назовите. То есть, видите, все эти слова нужно употреблять, главное, с какой интонацией, с каким посылом вы это говорите. В конце концов, это то же самое, что деньги. Сегодня бумажки, фантики, на которые вы кидаетесь, являются деньгами. Завтра это могут быть совершенно другие вещи, то есть важен эквивалент. Поэтому применяйте слова, нужные по назначению, матерные слова. Мат, мы уже говорили о том, что мат это все-таки как-никак то, что дано источником мысли.
потому что мама, если так тоже разобрать, это когда источник мысли еще и передается из поколения в поколение. Это и есть наша мама. Также и бабушка. Бабушка — это уже что от Бога. То есть мама является продолжением бабушки, соответственно, прабабушка, так же как веды и праведы. То есть как бы ничего такого ужасного, криминального в том, что вы скажете, есть Бог, твоя мать, нет. Но поскольку мы живем в том обществе тоталитарном, где являются господа, вас пытаются поставить в стойло, то есть сделать гражданами, то будучи гражданами этого общества, если, конечно, вы такими хотите быть, в конце концов, можно с этим согласиться или нет. Но говорите между собой нормально, не сквернословьте, ибо все эти слова мат можно разделить на ругань, брань, сквернословие. Сейчас рассматривается только как сквернословие, но это если ругань или брань, тоже есть и ругань, есть и брань. Все слова нужно применять по назначению. Можете найти это в других источниках. У Алексея Васильевича Трехлева, что такое ругань, брань, он очень хорошо рассказывает. То есть если пойти на иглу, которую я вот говорил, и зачать добродетельное потомство, ничего плохого нет, в этом нет. Так что применяйте нужные слова по назначению, а главное — с нужной интонацией, с нужным внутренним посылом, с нужными мыслями. Поэтому дай Бог вам хороших мыслей, всего вам хорошего. Благодарю за внимание.